В Крыму снизит цены на бензин власти Республики Крым. Договорились с нефтетрейдерами о снижении розничной цены на топливо. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко. По его словам, договоренность была достигнута вчера на рабочем совещании с представителями крупных нефтетрейдеров региона. В свою очередь, начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин отметил, что существуют экономические предпосылки для снижения цен на топливо. По его словам, нефтетрейдеры согласились с данным фактом. В Крыму на постоянной основе будет осуществляться мониторинг ситуации. Кроме того, добавили в пресс-службе, достигнута договоренность о снижении логистических издержек, прежде всего связанных с Керченской паромной переправой. О согласовании планов, направленных на накопление запасов, необходимых в случае возникновения ЧС.